Сахатранснефтегаз объявляет акцию «Прощенные дни». Она продлится до 15 сентября. В эти дни физические лица смогут погасить задолженность по потреблению природного газа без пени. Отметим, что сегодня газом пользуются более 1500 предприятий, а также 147 управляющих компаний ТСЖ. Количество частных домов с газовым отоплением составляет более 60 тысяч. Задолженность у населения за поставленный газ составляет, в целом по республике составляет более 163 миллионов рублей. И чтобы пойти навстречу нашим потребителям, АО «Сахатранснефтегаз» объявляет акцию с 21 августа по 16 сентября «Прощенные дни», что позволяет потребителю в случае, если они производят полное погашение задолженности, пени взиматься не будет.